Минздрав России планирует к 2022 году применять четырехвалентную вакцину от гриппа. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что Минздрав к 2022 году планирует начать повсеместное применение четырехвалентной вакцины от гриппа. Об этом сообщает агентство «Москва». По его словам, такая вакцина впервые была закуплена уже в этом году для первой группы риска. Уточняется, что в первую очередь в нее вошли медицинские работники, а также работники сферы образования. Согласно информации, полный переход на четырехвалентную вакцину запланирован на период с 2021 до 2022 года. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только. Всего доброго!